Смерть – это итог жизни, как бы, сознательная черта, которая показывает, как человек жил. И то, что он скрывал в своем сердце, порой становится очевидным для всех именно через смерть. Смерть грешников – это иногда для нас вроде люди неплохие, хорошие, умирают страшно. И мы понимаем, что как, значит, была причина, скрытая от глаза общества, но явная для божественного ока. И наоборот, человек бывает в смирении своем, скрывает какие-то добродетели, бывает, хочет показаться по заповеди Христа нищим, ничего не имеющим, но Господь является его богатым настолько, что все к нему приходят и все у него просят. Вот и мы сегодня тоже просим. Просим у Владыки, который был не стяжателем благ материальных, но он стяжал самое главное. Он стяжал любовь к Богу, любовь к человеку, стяжал искреннюю, глубокую, горячую, благодатную молитву, которая покрывала придящих к нему при жизни, которая верим и чувствуем, покрывает нас и сегодня. Для любви нет преград, нет расстояний, над ней не властна смерть. Потому что любовь – это одно из качеств Бога. Бог есть любовь. И тот, кто любит, тот в Боге пребывает, и Бог в нем. И потому мы знаем, тот, кто возлюбил, тот, кто научился любить, он бессмертен. Мы, зажегшись однажды огнем этой любви, начинаем сами гореть. И вот дай Бог, чтобы этот духовный пламень в нас разгорелся настолько, чтобы мы могли не только согреваться им сами, но и согревать других. И возжигать сердца новых и новых людей, которые Господь своим промыслом посылает нам, чтобы мы поняли, что и они наши братья и сестры во Христе Иисусе Господе. Вечная память дорогому нашему и пастору, и каждый в меру своих сил, своей памяти, своей молитвы соединяется с ним, а через него со Христом. И дай Бог, чтобы не только здесь, на земле, мы собирались вот так, у престола Божьего, но и в жизни будущего века наша общинка не расторгалась. Спасибо Христос. Но о всех просим расходиться. Там небольшое поминовение. Спасибо.